Еще одно. Как-то жаль, что только вчера мы услышали, что я, например, опаздываю на 3 года, говоря о проекте о живом и неживом камне. И я хорошо теперь понимаю, что то, что я буду говорить, уже вам это уже хрестоматичные данные. Но надеюсь, что это только литовские данные по литовскому фольклору, может быть. Но ничего не поделать. Еще должна сказать, но, наверное, позже. В докладе будет представлено краткое обозрение концепта «Камень». Концепт «Камень», выясняя, какую роль он играл в литовской духовной культуре и на какой почве раскрывается его внутреннее содержание в смысловом отношении. Как и в других культурных традициях, в литовских фольклорных текстах камень изображается не только как обычный природный объект, в особенности имея в виду физические свойства камня, но прослеживается ярко выражена мифопоэтическая тема живого камня. Рассуждать об этом сегодня позволяют обнаружимые неоднократные семантические параллели мотива камня в разных фольклорных жанрах. Поэтому, ссылаясь на песни и фольклор, нам приходится постоянно прибегать к текстам преданий, заговор, пословиц, поверий и тому подобное. Тем не менее, выявляя рефлексии концепта «камень» в литовской духовной культуре, выявление рефлексии выходит за рамки исследований чисто фольклорного поля, вынуждая обратить внимание на более широкую культурную панораму, в том числе и на историческую память религиозной практики, мифопоэтические корни, которые в реликтовом виде, по словам исследователей, достигая Литве дохристианский период, нащупывается и в позднейшем слое развития католического христианства. Итак, некоторый расклад, если можно так сказать, изображение камня, образа камня в литовском фольклоре, при том в первой очереди песенном, где больше эпатичности. Разделить совсем легко изображение камня на 2 блока. К первому причисляется в первой очереди те образы, которые выявляются как действительность, в том числе и камень, там свойственный ему природными свойствами. И другой пласт, конечно, есть мифопоэтический. И двойственная роль, конечно, тоже намечается. Литва не является каменной страной, но, как мы уже знаем, здесь встречаются разного размера отдельные камни, валуны, а также особенно и в песнях говорятся о каменистые поля, о каменистой почве с мелкими камнями, которых и по сей день еще собирают в полях люди. Нет нужды обсуждать, что каменистая нива считается плохой. И я приведу несколько примеров, это мой перевод и дословный. Надеюсь, что поймете. «Кай аш яуна нутекеяу, нико геро не радау, акменуоти такелей до белу пьявелес». Когда я вышла замуж, ничего хорошего там не нашла. Каменистая нива, клеверная луга. Но вот идеализация доблестного молодца и его коня в песнях как раз достигается с помощью образа постоянно реального, настоящего реального полевого камня. «Пер лаукеали йоя у лаукеали сдундеяо, кай паклюджу акменелю угняля жирея». Через поле вариантах и бор, ехал, поле гудело, где задел за камень, там огонь сверкал.
В песенном языке почти не отражается литовский ландшафт, тем более места с камнями, если не считать лишь некоторые мотивы, развиваемые в свете свадебного величения. Только перевод. «У нас горы оловянные, а камни серебряные, мост мощен латунью, ручей течет зеленым вином. Ой, ты девица молодая, ой, ты девица глупенькая» в вариантах, «ой, ты девица овечка, ты блудная. У нас горы песчаные, а камни кремневые, мост мощен дубом, а в ручье течет вода». Довольно редко в песнях встречается рефлексия камня, используемая в виде орудия труда, тем более непосредственно относящегося к действительности. Речь идет в первую очередь о жерновом камне, с архаичных времен употребляемого для помола зерна. Литовские песни, петые когда-то при помоле, тоже причисляются к древнему слою песенного репертуара. «Ой, уже, уже, сьерос гирнялес, ой, има, има, мано векяли, ой, акменелес, вековистелес, о, леменелес, ранка гружелес, ой, гудит, гудит, серые жернова, ой, отнимают, они отнимают мою силу, ой, камень тяжеловесный, а рукоятка руку грызет». На второй план в отношении песенного содержания отодвигаются единичные случаи, где камень упомянут в функции боеприпаса, орудия убивания, в том числе и потопления. Это песен, слоя песен военно-исторических. «Много камней выстрелили, пока вломились в замок. Когда ж... Если б я знал солдатскую долю, привязал бы камню себе на шею и утопился в воде. Летел серый сокол, нес серый камень, убил старого неженатого». Камень как оружие убийства хорошо знаком и пословицам. «Кальбек ир акмень ранкой турек, говори, камень в руке держи. Поляйда с акмень иш ранкос не сулайкиси, выбросив камень из руки не остановишь». Не стоит на этот раз остановиться также на редкой теме об использовании камня как строительного материала, так как приоритет в этой сфере, несомненно, с давних времен в Литве принадлежит древесине. В поэтике песни прежде всего отражаются физические свойства камня, как обычного природного неживого объекта – твердость, тяжесть, неподвижность, холодность, безжизненность. Подчеркивается, что камень бескровный, бесчувственный, с присущими ему немотой и неспособностью плавать. В рамках нашей конференции можно сказать, что само представление в таком виде, то есть в постоянном отрицании, что камень не есть жив, уже провоцирует усматривать на материале литовского фольклора выявляющуюся оппозицию «живой-неживой камень». А теперь приведем еще некоторые характерные песенные примеры, в которых чаще всего обыгрывается душевное состояние действующих лиц. Литовские песни, в основном лирические. В песнях изображаются нехитрые бытовые ситуации, где образ камня выступает в роли детали, но довольно значительной. Может показаться несколько странноватым, когда камень в литовских песнях представляется холодным, тем более занятно, что именно такой камень встречается в сутертинес, в древнейшем слое литовского песенного фольклора. «Метаўела, метаўё, бедна судайтелес, метаўела лилё, ка ту гайлей верки, ка смутна свейгелес, пражува скарбелес ир висас туртелес, бедна судайтелес, кур ту присиглауси, ар прие медэлю, ар прие акменелю, медэлю шакотас, акменелю шалтас». «Метаўела» — это асемантические слова. «Метаўела, метаўё, бедный судайтелес». Судайтелес — это имя князя, и это из времени на боях с крестоносцами. Это такие песни, сутартинес, и особенно военно-исторические военные считаются
редким случаем, когда можно как-нибудь датировать военные песни, и особенно с старого слоя. Так метауела, метауё, бедный судейтелес, метауела лиля, что ж ты горько плачешь, все добро пропало, все мои пожитки, бедный судейтелес. Наверное, говорятся, что замок был сожжен. Все мои пожитки, бедный судейтелес, где ж ты приютишься? Или под деревцем, или возле камушка? Дерево сучкастое, камушек холодный. И семантически только частично каменную холодность соответствует характеристика камня в загадке, в которой лишь намечается о странном ощущении каменной температуры. Васера не сушила, зима не сушала. Летом не согревается, зимою не замерзает, отгадка камень. Зато совсем не случайностью, в кавычках, полагается считать фокусирование песенного внимания над каменной твердости. Чаще всего это свойство в песенном языке служит объектом сравнения. Твердым каменем он был, если с девицей не разговаривал. С угнёшком шталикой покменели, тарис жаляликой эрчкетели, согнёт кулока камень, промолвит слово, как и шиповник. Сердце моё окаменело, знаю, придётся далеко ехать, конь взнуздывать. Того же рода рефлексия прослеживается и в пословицах. Ему говорить или камню? В том же семантическом направлении находятся и большие, и больше обнаруживаемых поэтических ситуаций, в том числе и брачного содержания, в которых представлена своего рода реклама, провозглашающая, что в традиционной культуре благополучная супружеская жизнь возможна только в том случае, если выйдешь за молодца, соответственно, женщина женишься на молодой. По песенному канону в таком духе метафорически рисуется и супружеская жизнь, супружеская постель при помощи каменной твердости. Чует мое сердце у дороги вдовушку, стелит она мне постель серого камня. Если бы я знала, что старому достанусь, я бы ему постелила постель, я бы положила в изголовье 3 серых камня. Еще в песнях литовских никогда нету эпитета «седой», только «серый». Явный такого же рода семантический негатив, сигнализующий о неприемлемой, недоброжелательной обстановке, приписывает песня и к солдатской жизни, имея в виду утомляющий ночлег военнослужащего. Хотя камень в виде подушки наблюдается также и в паремиях, но это происходит уже с иными оттенками семантической нагрузки. Когда хочешь спать мягко и на камнях. Когда падает ребенок, ангел подкидывает подушку, когда старый бес камень сунет. Вместе с тем каменная твердость, как рефлексия бытового опыта человека, постоянно жившего в природном окружении, не столь расширяет поле осмысления в языке пословиц, сколь скорее, по сравнению с песенным, увеличивает лексическое разнообразие. Твердый, как камень. Отскочил, как топор от камня. От слез и рот раскалывается камень. Головой не пробьешь камень. Надо заметить, что изображение каменной твердости в поэтическом языке песен не исчерпывается изобилием сопоставлений, построенных на негативной смысловой основе. В свадебном песенном репертуаре встречается мотив, идеализирующий преодоление жестокости камня мужской силы, то есть молодца, настроенного пожениться. Через поль... Был уже этот пример. Подобно твердости камня, также стереотипно в песнях представляется его тяжесть. Только
надо учитывать, что это качество употребляется как в прямом смысле, так и в переносном. Общеизвестно, что обсуждаемые здесь свойства камня, твердость, тяжесть, неподвижность в семантически-поэтических текстах являются в тесном связи. Их общий смысл резко как бы не различается и принимается почти одинаково, так что в фольклорной среде синонимически их часто можно считать даже едва ли не тождественными. Сначала о поэтическом оформлении однозначно выражаемой каменной тяжести песня старинного склада, то есть «Сутертинес». Загадывал Юргялис невесте загадку, что есть тяжелее камня. Вдовец положил руку на моих плечах, чутела чутелита. Как уже говорилось, в одном и в том же ряду выстраиваются и песенные мотивы, соприкасающиеся с неподвижностью камня. «Эй, матушка, сердечко мое, родила ты бы меня серым камнем, лежал бы я возле большой дороги, смотрел бы, как войска идут, пушки везут. Лежит сыночек, как камушек» — это о погибшем сыне. К вашему вниманию представляется и небольшой отрывок из свадебной песни, в котором произносится ритуального типа диалог, приуроченный к реликтовым элементам традиции сватовства в давние времена. «Девица моя, лилия белая, что лежит на одном боку? Не девица была бы я, если этого не знала, не дочь у своих родителей, чтоб не ответила. В быстрой реке серый камень лежит на одном боку». Боку. Везде тот камень, особенно где есть свадебная тема, камень всегда есть в воде. В песенном творчестве прослеживается также активное использование камня как неспособного двигаться вместе с другими близкими по смыслу обыкновенными его качествами, на основе которых создается так называемая песенная метафора невозможности, формула невозможной вещи, некоторые словесные выражения, означающие «никогда», то есть тому, о чем говорится, не суждено совершиться, это не сбудется. Поэтические формулы данного типа, как правило, служат для выражения, например, о невозможности замужней дочки вернуться в родительский дом, как бы подсказывая о ритуально понимаемом значение, но вместе с тем никак, иногда воспевается с вариациями довольно поздного происхождения. Прослеживается и мотив о нереальном ложном обещании молодца жениться на девице. В особенности драматично звучащий мотив заявления, оставляющий отпечаток беспокойного и неизбежного заклинания, что сын не вернется с войны. К первой позиции причисляются следующие мотивы, в которых говорится, что дочка вернется к своей матушке лишь в случае нереальной обстановки. «Когда рыбы в воде утонут, а камни плавать смогут». «Когда по морям камень заплывает, а на льде зарастут цветы, когда тростинка, перо, пух на дне сможет осесть, камушек наверху всплывет». И так далее. Еще такое. «Если на камне посеют пшеницу, а соломенный сноп расцветет, и когда на мельничном камне желтая пшеница зарастет», что уже с растением здесь можно видеть, как сопоставляется. И еще есть, когда рыбка по воздуху будет лететь, а с камня кровь потечет. Намного меньше варьируют песенные отказы от молодца, от женитьбы, но это не как-то позже во происхождение, я и не буду останавливаться. Теперь есть военно-историческая песня. В нашем репертуаре это одна из ранее
опубликованных песни. Я говорю о сборнике Людвига Резы. И там есть такая поэтическая ситуация. «О когда сугрищем из венгрую жемес, кэ из дик сколачей, желси ракменачей, ант юру мядачей». Это уже диалект. «Когда мы вернемся с венгерских земель, когда выпустят ростки колышки, зарастут камешки на морях деревья». Или «собирает сестра брата на войну». Брат на войну едет, собирая, одевая, сама горько плачет. «Шла бы, бросила я камень в морскую пучину. Если камень тот всплывет, то вернется братец. Где ж там камень поплывет? Где ж там брат вернется?» Сутартинес это. Песня в качестве камня, как неживого природного объекта с подчеркнутой неспособностью плавать, однозначно примыкают и пословицы. Так как в обеих жанрах камень в этом аспекте получает однозначное осмысление, в этом убедиться нетрудно. Камень плавать не научишь. Заплатит, когда камень поплывет. Все камни на дно садятся. Разумеется, и более обобщенно воспринимаемая каменная неспособность двигаться не в меньшей степени эксплуатируется и в пословицах. «Акмо стакутис вандоне рамутис» – «камень стояч, вода бегуча». «Акмо акмян снеюдина» – «камень камня не шевелит». Еще одна для нас интересная вещь, что пословица знакома и с противоположной стороной неподвижности, мобильностью камня. Камень с камнем и то сходятся, а человек с человеком не диво. Зато в заговорной традиции прежде всего акцентирована именно недвижность камня, в первой очереди имеется в виду в случае заговаривания от кровотечения. «Бите дуана ирвандо, тягул стоя с кровьяской пакмо». «Пчела, хлеб и вода, пусть кровица, кровь становится каменной». «Пусть встанет кровь этого человека камнем». Кажется, уместным было бы упомянуть еще один редкий заговор, который засвидетельствован и до сих пор лишь в тексте Матвея Стрекозского, 16 век. Автор пишет, что когда-то богу Гониклис, лесному богу пастухов, приносили в жертву половые органы жеребцов, быков, козлов и в других животных во время их кастрирования. Пастухи эти жертвы сжигали на большом специально подобранном камне, громко приговаривая. Без перевода. «Как этот камень тверд, немой и неподвижный, так и Гониклис, Боже наше, пусть так, о Гониклис, Боже наше, пусть и волки, и другие хищники не смогли бы тронуться с места и причинять вред для нашего скота, над которым учреждена твоя опека». Пока речь шла о фольклорном сосредоточении, использовать образ камня, как правило, в его как бы неживом природном облике, совсем иную картину открывают литовские народные предания, объявляющие рядом так называемыми особыми камнями, происхождение которых связывается с деятельностью мифических существ и богов. И архаическую антропоморфизацию камня, когда камень представляется как живое существо, живущее человеческой жизнью. Речь идет о знакомом каменном семействе мокков. Широко знакомы предания о камне, скорее о куче камней. По-литовски есть такое старинное слово «Круснес акмену», как об окаменевших людях, свадебные гости, превратившиеся в камни. Рассказываемые сюжеты позволяют утверждать о хрупкой грани между живым и неживым камнем в сознании человека, так сказать, и невооруженным глазом можно увидеть, что можно... Множество фольклорных ситуаций основаны на вере в магическую силу слова и действия, даже если это частотно тут же поэтически опровергается. Более того, сегодня именно с песенным мифопоэтического склада мышления
связывается стереотипное сопоставление камня и растения. Камень прорастает подобно растению. Обсуждается загадочная каменная тайна, как растет камень, если у него нет корней, и он даже цветет. Цитирую песню. «Скажи, девица, скажи, молодая, что растет без корней? На морях белый камень, он растет без корней». На самом деле совсем обоснованно создается впечатление, будто песня цитирует подлинную загадку, например, камень и без корней растет. Песенная картина камня растения, намекающая на их тождественность, как бы уступает легко место, так сказать, для другой параллельности, в которой камень приобретает более высокий антропоморфный статус. Дай что стоит без мысли? Камень стоит без мысли. Кто стоит без ног? Камень стоит без ног. А что там стоит? Еще. Акмо бе кроуя, вандо бе спарну, папартис бе жеделю, аш бернужелис, аш яунас бернелис, бе яунос мергужелис. Перевожу. Камень без крови, вода без крыльев, папоротник без цветков. Я молодой молодец, без молодой девицы. Словесное выражение «камень без крови, вода без крыльев, папоротник без цветков» в литовском фольклоре является песенной мифологической формулой par excellence. В сущности, важно говорить и о соответствии этой формуле с заговорами. И даже можно говорить о прямом переходе формульного загорного кода в песенный пласт, так как по поводу загорного фонда принято как бы и считать его первичным и основополагающим по сравнению с песенным. Имеются в виду заговоры. Камень без крови, святой дух без греха, пусть рана Петроса будет без боли и без крови. Птица без молока, камень без цветка, вода без крыльев. Так и ты пропади, погибни навеки веков. Аминь. По словам литовских исследователей, формулы типа камень без цветков, без корней, папоротник без цветка на словесном и семантическом уровне являются почти эквивалентными не только в песенном и заговорном фольклоре, но и в мифических сказаниях. В одном из них рассказывается, что когда-то в древние времена святая Мария шла по дороге и поранила себе палец ноги на дорожный камень, которого она и прокляла. С тех пор камни больше не растут. В другом сюжете говорится, что камни обычно растут в каждом году до первой громовой грозы весною. Наверное, по данным фольклора, природа камня в мироощущении человека представлялась дивной и непрозрачной, о чем непосредственно гласит и загадка. «Ни яма, ни яуга, ни миршта, бетира, не рождается, не умирает, но есть», — отгадка камень. Еще только хочу привести одну сюжетную ситуацию, часто изображаемую в песнях. Это камень как сиденье или место у камня. Явно прослеживается, что сиденье на камне означает некоторую пограничную ситуацию. В военных исторических песнях на камень сядется почти всегда отец и мать, и поется, как выговаривая, как жалобу или предчувствие большого горя в будущем.
и некоторые примеры. Хорошо. Тогда я в итоге, чего не успела сказать, я хочу еще, так как мой доклад называется, что буду говорить о камне в литовской духовной культуре, что осталось за бортом фольклора. Это прежде всего есть те, о чем говорила и Вильма. Это камни валуны и камни те, которые имеют явное мифическое содержание. Это камни-столы, камни-кровати. И я говорю, это все есть уже опубликовано, так как Викентес Ваткевичус есть, подготовил два большие тома, каталоги об освященных камней. И там рассказы есть опубликованы, но рассказы сегодняшние. Жаль, что это как-то туманное только воспоминание. Но еще одно скажу и закончу. Это совсем недавно, уже в этом году, вышла книга, подготовлена Витауто Ališausko. Книга – это реликты, реликты Балтуславу. Я спрошу, не Балтуславу. Iškrito ir pavadinimas. Там представлены документы о визитации в литовском княжестве по сроку 14-18 века, когда приезжали проверять, как христианизации. И проверяли только крестьянин, так как элита литовская уже была в должном уровне. И там их заставляли людей исповедоваться и говорить правду, что как они молятся. И тогда оказалось, что они молятся деревьям, озерам, реке. И очень часто упоминается камень. И в их глазах расколовали эти камни, чтобы увидели люди, что ничего не случится плохого, если нет того камня. Это очень важно сегодня, чтобы лучше была видна наша история камня. А так она по сей день является открытой. И так как очень много можно еще узнать. А фольклор здесь иногда бывает как бы и первичным источником, но не всегда.